Во всех муниципалитетах Верхневолжья, ну и, конечно же, в Твери в эти майские дни проходили концерты, посвященные Великой Победе. Один из таких праздников состоялся 8 мая в микрорайоне Мамулино областного центра. Его организатором выступил депутат муниципального парламента Денис Блиновский. Тверской микрорайон Мамулино с самого момента своего основания был тесно связан с российской армией. Его построили для наших офицеров, которых в 90-х годах выводили из Европы. Многие из них затем с честью выполняли свой долг в горячих точках. Поэтому неудивительно, что год назад здесь решили провести концерт, посвященный Дню Победы. Эта идея настолько всем понравилась, что в нынешнем году праздник решили повторить. Тем более, что на сей раз лозунг «Народ и армия едины» особенно актуален. Только пули свистят по степи. Сегодня, как никогда, необходима поддержка нашему президенту, нашей армии в связи с специальной операцией. И поэтому это событие приурочено еще и к этой дате. В организации концерта приняли участие досуговый центр «Мир», юноармейцы, волонтеры благотворительного фонда «Родник», организовавшие полевую кухню. Несмотря на пасмурное небо, тысячи жителей микрорайона Мамульна, а также прилегающих кварталов, пришли послушать песни фронтовых лет в исполнении городских коллективов. Традиционно особое внимание гостям праздника – ветеранам вооруженных сил, среди которых был и Петр Павлович Поздняков. В 45-м он участвовал в разгроме милитаристской Японии. От лица ветеранов тоже поздравляем вас, Петр Павлович. Долгих вам лет жизни. Праздник снова удался. В итоге, как отметил депутат Денис Блиновский, решено проводить такие концерты в честь Дня Победы в микрорайоне Мамульно каждый год.